Бронзовея, все перепуталось, страшно. Меня окружают психи, по-моему, каждый псих. Покуда они не стихли, я буду писать про них. Я скоро стану психом сама, настолько они плохи. И чтобы совсем не сойти с ума, придется писать стихи. Девочка, иди отсюда, пожалуйста, дорогая. Девочка! Давай-ка отсюда, ты ж. Ну а мне-то что? О, Далёша проводит. После этого тебе станет хорошо. Командиры дальних стран города берут. Брежнев взял Афганистан, Рейган взял Бейрут. Кто-то строит дурачка, кто-то стены строит. Андропов с кондачка запретил Пинк Флойд. С кем вы мастера? Виза или ванная, что-то в голову с утра лезет очень странное. Лезет в голову вопрос, он один на всех, и уже ни сил, ни слез, только смех и грех. Товарищ, не мешай читать, родной, сейчас я сделаю перерыв, будешь разговаривать, бухать, все, что захочешь. Или не бухай сразу, только быстро. Меня. Я делаю ошибки, опечатано бормотать. Ради бога, пацаны, давайте туда или сюда. Одно из двух, да? Все. Дорогие товарищи. Ну вот, просвистала я жизнь скворцом, заела ореховым пирогом, и больше нельзя никак. Мы все равноправны перед концом. Мы все бесполезны перед лицом, и каждый слепой дурак. Стою растерянно у моста, ключи потеряны навсегда, и скудный немил улов. И все, что сделано, пустота, и все, что сказано, ерунда, и больше не надо слов. Закройте дверь, пожалуйста. Думать о катастрофе, когда мир вокруг разваливается на куски. Ты попробуй лучше вырасти свой картофель, а не то возделай смородиновые кусты. Ты попробуй уехать на дачу без интернета, чтобы не слушать, что говорит мировой жандарм. Ты попробуй уехать, там провести все лето, ибо сказано «Кюртиве сон шагу». Внезапно бесконфликтное. Люблю, потому что красиво, красиво, поскольку люблю. И всякого я попросила, послушно несут по рублю. Вот это и значит отсутствие конфликта, поэт и толпа. Я вам достижения несу свои, а вы мне за это сполна. Несете штаны и рубашки, игрушки, чеснок, виноград. Коньяк, васильки и ромашки, и каждый доволен и рад. Давайте бояться эболы, давайте бояться войны, базаров, вокзалов, футбола и собственной страшной страны. Давайте бояться цирроза, давайте бояться собак, везде поджидает угроза. Убийство, грабеж и бардак. Давайте все вместе бояться, ведь страшно дрожать одному. Все вместе получим по яйцам, утонем и сядем в тюрьму. И там втихаря незаметно ни ад не снискавший, ни рай. Мы сгинем безвольно, безбедно, безбольно, бесстрашно. Гудбай. Все кладете. Где у вас эти девочки? Ну-ка, давайте. А
Найди, пожалуйста, контакты или Facebook. Да. Надо мою стенку найти. Видите, в этом маленьком кукольном мире, который на мне иногда паразитирует, там время идет как-то быстрее, чем у нас, и вся жизнь вот этого вот бура. Но это не случайно же, правильно? Они же сами поменьше. Итак, ну вы помните все стишки про Буратино? Все помнят стишки про Буратино, поэтому сейчас последнее достижение из этой серии. Можно петь на любой мотив, который вам нравится, но я думаю, что мотив довольно расхожий. Меня зовут Карлуша, мой папа Буратино, я никого не слушал и вырос как дубина. Мальвине не под силу воспитывать меня, и вырос я дебилом, такая вот херня. Мой папа клал с прибором на маму и меня, я вырос под забором, судьбу свою кляня. Я двоечник матерый, прогульщик и дебил, мой папа был актером и очень много пил. Я папу видел редко, он в гости заходил, кричал: «Здорово, Светка! Ну как наш крокодил?» А после падал на пол, как срубленный сучок. И мама мыла папу, и папин колпачок. Когда я был чилдреном, я стал писать стихи, стал полноправным членом всемирной чепухи. Одна была отрада от маминых котлет. Мне вашего не надо, на свете счастья нет. Когда я стал постарше, то вышел я на стрит. Второй раз в виде фарша, как мама говорит. Прекрасная картина, обычная херня. Мой папа Буратино, не трогайте меня. Это же твоя, ты ее туда положил, пришел. О, да, наверное. Я могу обратно. Вот, ну, в общем, больше мне вам в этом смысле вас порадовать особо нечем, поэтому... А, я знаю, чем мы займемся сбором денег, а потом я вам буду петь и петь.